Отопительный сезон еще не успел закончиться, а ульяновские энергетики уже готовятся к следующему. Тест тепловых сетей на максимальную температуру проведут 18 и 19 апреля. В это время в системе будет циркулировать горячая вода. Ее температура 115 градусов по Цельсию. Испытания проведут специалисты ульяновского филиала ПАО-Т+. В ходе испытаний как раз проверяется работоспособность оборудования при максимальных температурах теплоносителя. Это позволяет вовремя произвести диагностику и выбраковку каких-то неисправных узлов, деталей, соответственно, заменить их и войти в новый отопительный сезон с надежным теплоснабжением. Испытания проведут без отключения горячей воды. Для безопасности подача тепла будет приостановлена в объекты социальной сферы. Это детские сады, школы, больницы, а также в жилые дома, где нет регулирования температуры воды, которая поступает в систему ГВС. Специалисты просят ульяновцев быть внимательными и осторожными. Обращать внимание на инциденты и выход среды на поверхность, парение, стараться не устранять никакие дефекты собственными силами, а сразу информировать управляющей компании, диспетчерские службы нашего предприятия. Если вы заметили место разлива теплоносителя и парения, необходимо срочно сообщить об этом по телефону 05 или 456 38. Александра Никитина, Даниил Сурков, Управда ТВ.